Мегайдины порадовали. Порадовали ангаром, вообще можно походить, но этот танк, конечно, картошечный. Это была самая лучшая 1 апреля, которая вообще в War Thunder существует. Ну да, да, мне вот понравились ходоки вот эти вот. И вот картошка. Все, больше мне ничего не понравилось. Осталось уже херня там. И ствол вот этот вот, знаешь, болтающийся, это вообще просто. Ну точно танк надувной, блядь. А ты помнишь, как они гоняли-то, блядь? Да, картошка и морковка подкалиберная. Я тогда падал, короче, со стула. Окей, ладно, бронебойная картошка и подкалиберная морковка. У нашего танка 400 хп, и я понимаю, что никому не надо пояснять, кого пародируют улитки. Ой, то есть для порядка надо, конечно, сказать, что это не очень красиво, там, с корпоративной и профессиональной точки зрения. Окей, 4 чувака на велосипедах производят 1000 лошадиных сил. Ну чё, вполне правдоподобно, да, можно поверить. А главное, весь боекомплект хранится в мешках в задней части танка. Ну или, по крайней мере, так это выглядит в режиме просмотра модулей танка. О, вот появился подлый вражина, так надо спрятаться за угол. Ой, блин, похоже, нашему силовому отделению забыли выдать тормоза. А потом началась какая-то херня, блядь. Вот ну, они начали, если первое было для развлечения, то остальные первоапрельские шутки были в качестве каких-то технологий, ну, да, проработки, да, всякой, да, фигни. Нет, походить по ангару — это прикольно, да? А как выйти отсюда теперь? Escape? Escape нажимаешь. А, escape. А так, короче, раз, кто не знает такой, на человечка нажимаешь, оп, и можно походить. А подарки брать нельзя? Нет, а я вчера вот не мог зайти. Я бы. Прикинь, War Thunder не мог зайти. День рождения, наверное, был бы этот самый. Чисто для приглашенных, скорее всего, вход я был, не блядь. Знаю. Ага. Я вчера не смог тоже зайти, правда, по другим причинам. Бомбы, короче, такие висят. Торпеда. 167 тысяч игроков. Помогать еще делать. Сколько? 167, не показывает. Рекорд! Нифига себе, War Thunder бьет рекорды. 167 тысяч, это рекорд, действительно. Ну да, розовая десятка, точно педагном рисовал. Ну что это, я понимаю, что там гендерная политика там у них какая-то там, наверное, они же теперь в Европе сидят. А, они в Европе, да? У них там где-то в офис, то ли в Венгрии, то ли где-то. Не, ну понятно все. Не помню, короче, у них теперь офис перенесли официально туда, ну, чтобы санкции не вводили против них. А солдатик у тебя тоже дергается? А я сейчас на него зашел, шагаю им, и мне его нет. Нет, 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 просто когда на него смотришь, он какой-то этот, блядь, дерганый. Так, это мой абрамасик стоит тут. Не, прикольно. Ух ты, тут торт! Торт! Чего? Тортик тут есть в ангаре. В ангаре, не в ангаре, а под этим самым, в шатре. Торт, опа-на. Нифига себе, тут тортик. А, вон он, да, тут, да. Тут, да, движуха, да. Короче, Кока-Кола, да, или что-то? Не. А, слайм-кола, нормально. Так. Даже бегать может. Бегать? Ух ты, да, точно. Нашив. Так вот даже по стульям шарится, слышишь? Тин-дин-дин-дин-дин-дин. Малек, блин. Тарантас какой-то. Не, нормально. Вот это прикольно, кстати, по ангару походить. Так, мои абрамасики стоят. Прикольно, прикольно. Пришел? Ну, с днем рождения, War Thunder, блин. Поздравляем мы. С днем варенья. А, ну идем на полигон. Оп-оп-оп-оп-оп.
там вот сейчас, вернитесь на вернитесь поле боя. Вернитесь на поле боя, причем 3 секунды, короче, и назад. Вот так вот. Там какая-то запрещенная модификация находится. Да, модификация, зона, простите. Нормально, день рождения Вартандера начался.